Приветствую вас, дорогие зрители моего маленького скромного канальца. Кто-то из вас наверняка еще помнит времена, когда я приветствовал вас именно вот так. Сейчас я говорю обычно «Привет, Ребза» или «Ребза, здорово, с вами я снова» с недавних пор. Но как бы там ни было, как бы я вас не приветствовал, знайте, что это действительно от души, потому что я действительно рад вас приветствовать на этом канале. И я никогда не устану говорить вам спасибо за то, что коротаете со мной свое время. И я надеюсь, получаете от этого удовольствие, потому что вы своим присутствием здесь, на этом канале, действительно дарите удовольствие мне. Но это не совсем то, о чем я сегодня хотел поговорить, потому что сегодня я, конечно же, хотел поздравить вас всех с наступающим 2023 годом. К сожалению или к счастью, я не готовил какую-то специальную речь и буду говорить все то, что накопилось у меня на душе за этот 2022 год, который, к сожалению моему, был для меня годом ужасным, был для меня годом разочарований, был для меня годом потрясений, и все в нем было как будто бы против меня. И, к сожалению, многое остается как будто бы против меня до сих пор, переходя в год 23-й. Но я очень надеюсь, и я призываю каждого из вас надеяться тоже и пускать, так сказать, флюиды, да, и сигналы в космос на то, чтобы 23-й год был гораздо лучше, чем год 22-й, хотя бы в своей уверенности в завтрашнем дне. Хотя бы пусть он принесет нам это самое ощущение, что завтра обязательно все будет хорошо, потому что, честно говоря, я уже немножко соскучился по этому ощущению, да и не немножко, я сильно соскучился по ощущению, что завтра обязательно все будет лучше. И как бы я ни старался сохранять кусочки оптимизма, это бывает сделать очень сложно, но есть вы, и вы действительно мне весь этот год помогали сохранять оптимизм, помогали сохранять веру в завтрашний день и помогали мне не опускать руки, потому что, повторюсь, для меня лично год был действительно очень сложным. Это был год потрясений и год непредвиденных событий. Но этот год пройден нами благодаря друг другу, я надеюсь, и благодаря тому, что мы есть, и благодаря тому, что мы, ни я, ни каждый из вас, не опускаем руки, продолжаем жить дальше, продолжаем радоваться жизни, продолжаем наслаждаться нашими с вами увлечениями, продолжаем наслаждаться общением друг с другом, продолжаем следить не только за плохими новостями, но и искать что-то хорошее в каждом нашем дне. Именно поэтому этот год пройден, и именно поэтому я призываю вас точно так же не опускать руки в будущем 2023 году. Мы обязательно его преодолеем. Но все-таки давайте надеяться, что именно этот год, год 2023, обязательно принесет нам хорошее, принесет нам, конечно же, мирное небо над головой, принесет нам человеческое тепло, принесет нам множество хороших новостей, принесет нам крепкое здоровье, принесет нам любовь, принесет нам спокойствие и веру в завтрашний день. Я крайне благодарен вам, что вы со мной. Я очень благодарен вам, что вы смотрите то, что я делаю. Я очень благодарен каждому, кто поддержит меня любым образом, любым добрым словом, всеми ютубовскими ритуалами, подписками, всем тем, о чем я все время говорю. Я не буду сейчас говорить об этом еще раз. Я просто благодарен вам, что вы остаетесь позитивными, что вы проводите свое время со мной и позволяете мне проводить свое время с вами. Это действительно для меня честь. И я желаю каждому из вас счастья, добра, тепла, улыбок, мира, здоровья, любви, света и всего самого наилучшего в 2023 году, в котором, я действительно в это верю, обязательно все у нас у всех будет хорошо. С Новым годом, дорогие! И не забывайте, забегайте 1 января на стрим,
посидим на отходниках, что называется, пообщаемся, подведем какие-то итоги и построим планы на следующий 2023 год. Все, я вас всех обнимаю. Спасибо, дорогие. С Новым годом!